Самые по-настоящему жаркие выходные в Иванове и сразу два случая утопления. Оба в реке Талка на территории парка 1905 года. 23 июня утонул 35-летний мужчина, который купался в нетрезвом состоянии. Очевидцы не успели помочь ему. Во втором случае погиб подросток 2004 года рождения. Он пришел отдыхать на речку вместе с родственниками, но по какой-то причине остался без присмотра взрослых, отправился плавать и утонул. Сотрудники МЧС не устают напоминать ивановцам, только соблюдение мер предосторожности может гарантировать отдых, не опасный для жизни и здоровья. Статистика неутешительна по одной простой причине. Жаркие выходные, вода толком не прогрелась, соответственно, под солнцем становится жарко, вода холодная, плюс состояние алкогольного опьянения, все сопутствует со спазмом сосудов головного мозга, ногу свело. Вот, поэтому такие трагические последствия наступают при нарушении правил безопасного поведения на водных объектах.